Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare.
Как сегодня Санкиртана? Нормально? Много книг распространил? Нет. Немного? А что говорят? Ну, говорят, основные боятся. Боятся? Понятно. Ну ладно. Удачи тебе. Харибол. Thank you.
называется Хари Кришна. Что? Хари Кришна. Это индийские танцы, что ли? Ну, это индийское, как сказать, философское движение. А это один из видов танцы. Ну, это любители танцев, что ли? Так, что? Нет, это не любители танцев. Это, как сказать, это... Пересекта какая-то. Нет, не перепевка, это... Я пересекта. А, нет, что вы, это очень большое международное движение. Они его, приехали отсюда? Нет, это наши питерские все. У нас есть общество, называется Хари Кришна, Санкт-Петербург. Ну, типа секты. Ну, да нет, это не типа секты. Ну, конечно, индийская. Это не индийская, а это всенародная, всемирная. Во всех разных странах это проповедует, вот это движение проходит. По всему земному шару, в разных странах. И на севере, и на юге, везде. А в чем оно выражается? Ну, это глубокое философское древнее учение. Это все, ну, сходно с Библией, с другими религиями. Все постулаты, все, что нужно делать, чего не делать, все одинаково в разных религиях. Все одно. Поэтому вот мы вот так выражаемся. В таком виде. А здесь, как сказать, все возрасты. Здесь не только молодежь. Вы что? Посмотрите. Я понимаю, что не только молодежь. Здесь очень люди. Люди разных национальностей. Смотрите, люди разных национальностей. Все интернационал. Поэтому это не религия индийская какая-то, а вот именно интернациональная. У нас нет никакой конфронтации к другим, никакой неприязни к другим конфессиям. Абсолютно. Мир, дружба со всеми. Раньше было. Сейчас. Thank you.
Hare Krishna. Какие впечатления от сегодняшнего санкиртаны? Супер! Очень хорошие. Хорошие? Да, я давно не была на санкиртане. Ну, а как распространили? Много? Ну, много, немного, но просто важно... А что люди говорят? Люди что говорят? Сомневаются некоторые. Сомневаются? Зачем, говорят, зачем быть счастливым все время? Спрашивают некоторые. Один вот, мужчина взял Бхагавад-гиту и спрашивает, зачем быть счастливым? Время. И он меня немножко в ступор вел, но я так подумала, ну, видимо, время у него придет, когда он сам поймет, зачем вычислить, зачем объяснять там все. Он правильно. Довольно ушел. Все правильно, спасибо, да. Удачи вам, спасибо. Харе Кришна.